Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Супружеская пара Федор Бондарчук и Паулина Андреева попали в объективы фотографов. На днях в Московском кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ сериала «Вне себя». Главную роль в картине сыграл Евгений Стычкин, мастерски исполнив роль финансиста с психическими проблемами. На презентации кино собрались многие известные личности, среди которых выделялись Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Семейная чета выглядела не только бодрой, но и невероятно молодой. 54-летний Федор Бондарчук выбрал молодежный стиль одежды, поэтому стал похож на подростка. Режиссер надел костюм с черными зауженными брюками и шапку, натянутую по новому веянию моды. Мужчина распорядился краем головного убора так, что большая часть ушей оказалась неприкрытой. Папарацци засняли артиста с женой, когда выдался подходящий момент. Федор Бондарчук и Паулина Андреева сумели приковать восторженные взгляды. Кадры в сети опубликовало издание «7 дней». Во время мероприятия публика тайком обсуждала внешнее преображение режиссера. «Все молодеет и свежеет. И такой подтянутый, стройный», — шептались собравшиеся. Стоя перед объективами, Федор Бондарчук и Паулина Андреева излучали счастье и сияли от удовольствия. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!